Многие слышали о пользе йода в огороде, и в этом видео я расскажу, зачем его использовать в августе для томатов, огурцов и перцев. Йод – это замечательное обеззараживающее средство, которое сможет справиться и с вредителями, и с болезнями, и с грибками. А еще это очень ценный микроэлемент, без которого ни томаты, ни огурцы, ни перцы не смогут нормально развиваться. В йоде замачивают семена, поливают рассаду, борются с фитофторой и гнилями и используют для подкормки. Более того, йод – это одна из самых доступных и бюджетных подкормок. Его расход минимальный, поэтому пузырька хватит на весь сезон, а то и на два. Йод очень нужен растениям в августе, поэтому рассказываю, как его использовать. Для ускорения созревания плодов на кусте можно делать йодовые опрыскивания. Необходимо развести 30 капель йода на 10 литров воды и сделать внекорневую подкормку с помощью пульверизатора. Лучше всего сделать 2 опрыскивания с интервалом в 1 неделю. А еще йод используется в качестве комплексного средства от фитофторы и мучнистой росы из-за своих антисептических свойств. Внекорневая обработка защитит кусты от болячек и грибков, а также поможет справиться с ними, если они уже появились на кусте. На ведро воды нужно добавить литр молока и 40 капель йода, перемешать и обработать с помощью пульверизатора. Йод уничтожит споры, а молоко сформирует защитную пленку, которая предотвратит новые заражения.